Пять, хватай пятерку. Лучок. Скажите пароль. Канал Николь. Кто ты, киса? Алиса, ух ты, крикушка Алиса. Привет! Друзья, сегодня у нас будет барбекю челлендж. Это будет не просто барбекю, а мы будем ловить тут какие-то сосиски, какие-то куриные ножки, лук, рыбу. Будем, в общем, это все ловить. Я так предполагаю, что эта игра очень похожа на игру, в которую мы недавно играли. Да, шлеп усами. Эта игра набрала у нас несколько миллионов просмотров. Она очень популярная была, очень понравилась зрителям. Мне очень понравился этот кусочек, там, где я сильно засмеялся, заменился. Да, на самом деле очень прикольная была игра, и мы решили взять нечто подобное. Тут, скорее всего, будут немножко другие правила. Сейчас мы все это откроем и посмотрим, что за правила тут. Давайте, открывайте. Вот. Их 4 штуки, я хочу красную. Не, я желтую. Нет. Давай, доставайте. Вы сначала достаньте все, а потом уже решите, какую. Так. Так, ну тут у нас все, больше ничего нет. Липучка какая. Какая липучка у тебя. Класс, попробуй стол прилепи. Лепится. На вот так держать, да? Ну, как бы да. У нас еще... Здесь две липучки. Это красная и зеленая. Я буду зеленой, мама, пожалуй. Сами играть. Нет, я буду следить за правилами. Мама у нас такая, она любит, чтобы все по правилам было. Я буду так держать. Будет судья. Судья, да, это папа у нас любит помухлевать чуть-чуть. Я вот так буду. Так, кубики тут какие-то у нас интересные. О, пазлы. Неужели это правила? Такие толстые. Нет, это какие-то карточки. А, это стол. Класс, он похож на пиццу и на грильницу. У нас здесь еще идут вот такие карточки. Тут рыба, бургер, сосиски, хот-доги, кукуруза, лук. Давайте, в общем, все это доставайте оттуда. Лук. Да, доставайте. Так, достаем. Грибочки вижу, мясо, хот-дог. Так, что еще я тут не увидел? Так, это кукурузка, лук. Так, ну, в принципе, все, по-моему, я видел, да? Итак, друзья, прочитав правила, мы поняли... Что без взрослых здесь не обойтись, да. Потому что... Это математика, это называется игра не гриль, а математическая головоломка. Это игра для отличников. В общем, правила такие, слушайте внимательно. Мы пока сами в них разобрались. Бросается два кубика и выпадает в данном случае цифра. Цифра 5. И необходимо лопаточкой каждый игрок должен захватить предмет под номером 5. Надо сложить сначала. Да. Сумму кубиков 3 и 2, получается 5. Исходя из этого, у нас на лучке написано здесь пятерочка. Да, мы вот ее надо и играем за кого. То есть как бы мы не 4 игрока, а 2 команды. Это команда Алиса, то есть мы с папой складываем и даем задания своим подопечным. То есть мы каким образом играем? Мы с папой бросаем по очереди. Видим, какая выпадает цифра. И говорим своему... щенку, тогда не шлепает, потому что очень шумно, что тянуть. Мы видим цифру, говорим, например, цифра 5, это значит, тяни лучок. Тяни гамбургер, быстрее гамбургер. Да. Как-то так, да, потому что будет выглядеть. Если мы сейчас начнем мы с папой играть, то, конечно, девочкам будет тут заняться нечем. Алиса плохо знает циферки, она, естественно, не будет понимать, что нужно. Алиса, тянуть. Сколько будет 3 плюс 5? Вот. Следующие правила. Вообще цель игры такая, собрать, и должны цифры этих предметов совпасть, то есть должны получиться порядок карт в размере 6 штук, то есть это должно... По очередности, да, должны. Не обязательно, то есть от 2 до 8, но должны совпасть 6 карт подряд, то есть это 2, 3, 4, 5, 6. Либо 2, 3, 4, 5, 6, 7, либо 3, 4, 5, 6, 7, 8, либо 4, 5, 6, 7, 9,
либо, ну, в общем, вот таким вот образом. Да, здесь всего идет, получается, по очередности 8 цифр, от двойки до десятки. От двойки начинается. От двойки до десятки. Да, от двойки до десятки всего 8 цифр, но надо собрать из них всего лишь 6 подряд. Любые 6 цифр подряд. Правильный счет. Нет, не любые, правильный счет. Поочередность должна быть 2, 3, 4, подряд. 5, 6, 7. Не, ну мама у нас всегда правила знает лучше, поэтому давайте ее будем слушать. Если выпадает вот такой огонек с цифрой, то это говорит о том, что ты на гриле можешь взять любую карту. Схватить, исходя из того, если ты видишь, что тебе какая-то там не достает для линейки, то тогда ты выхватываешь любую карту. Николь, ты поняла? Я тебя буду орать в этот момент. Хватай! Хватай любую быстрее! Если выпадает вот такая штучка, то это может произойти обмен между игроками. То есть я могу попросить. Да. Это будет тише. Так. Алиса, будь наготове. По номерам буду говорить. Алиса, давай, держи лопатку наготове. Садись на коленочки, вот так. Давай, чтобы ты могла достать максимально далеко. Давай сюда поближе вот так сделаем. Нет, подожди, ну тут неудобно хватать. Вот так. Вот так. Пять, хватай пятерку. Лучок. Лучок. Первый лучок наш. Давай пять, Алиса. Вот так. Лучок. Я что-то слышу, так, пятерочка. Так, 4-1. Так, бросай. Подожди, фирмы бросай. Так. 7. Хватай семерку. Ага, Аля, расхватали. Хот-доги все. Колбасок нахватали. Пока 1-1. Так, пока 1-1. Я все-таки буду держать ручку. Давайте все время бросайте вы. Нет уж, давайте дерьмо отлучить бросать. Так. Любую. Спасибо. Так, а что, мы можем, когда огонек, мы можем хватать и вы, и мы? Любую, да. Каждый хватает. Каждый хватает, какую хочет, да? Да, хорошо. Так, подождите. Пятерочка и восьмерочка. Вот так. Так, мы бросаем. Так, еда пошла уже. У нас барбекюшный лучочек и сосиска. Максим, а нам не видно, когда вы возле себя бросаете. Где-то вот наперед. Вот сюда бросать. Ну хорошо. Так, ну пожалуйста. 4 мы можем поменяться. Нет, мы можем поменяться. Но я не хочу с вами меняться, мне пока предостаточно всего. А мы, может, хотим меняться? Нет, ну а что, я вам ничего не знаю. Тогда мы забираем. Нет, Максим, не так? А, есть? Только обмен, тогда да? Тогда выпадает, в общем, вот эта менялка, только обмен тогда. Ну, ладно, хорошо. Только спало время. Ну, я все знаю, все время так. Я потом быстро объясняю. А, мне тоже нет. Хорошо, давай. Шесть, шестерка, хватаем быстрее. Вот она. Нет. Шестерочка, да. Нет, это да, почему? Вот. Тут просто они очень похожи. Я сейчас покажу. Но девятка с шестеркой, их же можно всегда перепутать. Да. Здесь вот под шестерочкой, здесь такая вот линия. Здесь вот девяточка, вот она идет. Под ней линии нет. Давай. Пять. Пятерка. Лучочек. Ой, а я удерживала, да? А кто? Ты меня удерживала, ты мне не давала убирать. Нет. Давайте карту возвращать. Что это? Вы не должны меня удерживать. Нет, мы хотели поймать сверху. Ну, вы же не давали мне убирать. Как это? Да, ну, уже не попросили. Да, мы все еще. Ну, ладно, не раньше. Короче, поняли, нельзя удерживать. Если ты удерживаешь игрока... Да какая разница? Большая. Просто нельзя удерживать, потому что кому-то обидно. И нам обидно, да. Это вообще какие-то странные правила. Подо мной разъезжается все время. Давай кидай уже что кубики. Я во время игры уйду вот стоп. Огонек, так, любую огонек хватаем. Любую. Нет, папа. Вот, кукурузку мы взяли. Это у нас 9. Ух ты, мы скоро. Нам нужна 6. 3, 5, 6, 8 у нас тут все странно. Давай. Так, нам нужна семерочка. Да. Мы бросаем. Смотри, нам нужна семерочка и четверочка.
Поняла? Нам нужна семерка, шесть. Вот она. Нам нужна четверка. Рыбка и колбаска. Четверка, вот она. Так, внимательно. Три. А у нас есть? Все, ну ничего страшного, мы еще берем. Все в порядке. Да, это как раз можно, когда, ну, поменяться. Да, все в порядке. У нас здесь троечка отлично. Стой. Три. Так, подожди, вы бросаете, давайте. Так. Три. Оп. Да, как они нежно. Троечку. Нам, кстати, она не особо нужна, эта троечка. Итак, кто победитель? Кто победитель? Я. Точно? Я. Хватцом любую. Семерочку нам. Она хочет семерочку. Отлично. Давай семерочку ложи. Ух, какая игра. Четверку хватай. Любую. Все, четыре. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что? Вы выиграли. Мы выиграли, у нас шесть карт Лига подряд. Собралась. Зрители, прошу проверить. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А почему не до десяти? А где пять? Там правила такие, должны совпасть шесть. Шесть подряд должно быть. Поняла? Линейка из шести карт. Подряд. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Николь даже не поняла, что она выиграла. Ты молодец. Ты выиграла. Алиса, ты тоже выиграла. Иди поцелую тебя. Выиграли, смотри. А теперь... Сейчас, смотри. Вы сейчас сидите, а мы играем с папой. И мы будем выигрывать. Хорошо, я сейчас для тебя выиграю. Договорились. Ты, моя зага, ты расстраиваешься, да? А ты знаешь, что утешительный приз даже лучше будет, чем у победителей? Хочешь приз получить? Мы сейчас с тобой, я сейчас буду... А будет приз? Сейчас будет две команды, мы с папой. И я для тебя сейчас сделаю победу. Так, ну это сейчас будет жестко. Друзья мои, эта игра сейчас будет жестокая, жесткая. Иди пойди, стой. Иди, мы сделаем. Не, Максим, пожалуйста. Давай. Так, что-то папа тормозит. А, подожди, я. Алиса простая. Я, почему? Только же шоу простая. Хорошо. Николь, ты тоже убегай. Так, ну мы можем выбрать. Как вы хочешь, Лена. Я же растерялась, перепуталась. Давай. Алиса, ты что, а если ты сейчас папа проиграет, ты за его команду, что ли? Я за всем команду. Ты за всем? Бросай. Молодец. Сколько это? Семь. Давайте я маму попробую. Могу посчитать. Оп, спасибо, пока мне не надо. Так, семерочка выпала. Так, подождите, у нас этот самый. Мешайте. Я не могу так. Меня кто-то ест. Я на осталась. Так, бросай. Ты, давай. Семь. Так, я хот-доги все. Так, давай. Папа обожает хот-доги, Николь. Давай, так. Семерка. Семь, нету. Так, вы как-то бросаете не очень. Семерки, три семерки подряд выпало. Это обмен вообще-то. Между игроками. А я не хочу с тобой меняться. Не хочешь, а я хочу. А я тебе ничего не могу. Я могу дать тебе семерку. Давай семерку я поменяю. Семерка. Я предлагаю поменяться семеркой. Надо мне вообще. Ну под каким соусом твоя семерка? Я хочу. Давай маме отдадим. Ну, давай, отдай маме хот-дог один. Да не нужен он мне. Давай нам что-нибудь, давай, любую нам. Чего давай. Я вам не дам? Давай что-нибудь. Я меняю один хот-дог на мамин хот-дог, все. Какая тут разница-то? Ну, это просто, вот. Этот вкуснее. Давай, мам. Пять. Четыре. Четыре, все
4-4. Мама, на, не, не надо, Зайка, спасибо. Давайте, подтягивай. Алиса подсуживает. Мама, я голова. Давай, ты бросаешь. Ну, ты, я вроде... А ты ж бросаешь. Хорошо с математикой. Да что такое? А я чувствую, я все грибы сейчас съем. А баба, кстати, у меня получается уже очень даже неплохое барбекю. Грибочки, мясо. Что за девятка? А я бросаю вообще-то. Поехали! Десяточка! Очень смачный гамбургер из Макдональдса. Девятка, правильно? Девять это что, ну? Нет, восемь. Восемь? А, восемь? Не умею. Математика. Кто учил в школе математику? Я, но я ее ненавижу. Кто любит математику, ставьте плюсики. А кто не любит математику? Кто не любит, ставьте 5 минусов. О, а, у нас любую, можно взять любую. Любую карту, любую. Пятерочка. Где пятерочка? Пятерочка. Давай! Да! Я чуть зубы не выбила. Шесть. Ты не то схватил. Да? Да. Ай-яй-яшеньки. Подожди. Девушки. Как? Это девятка? Это девятка, Максим. Это девятка. Так. Семерок нет. Семерок нет! Семерки все у меня. А это обмен. Обмен. А давай мы с тобой поменяемся. Я тебе дам. А что тебе надо? Шестерку, а ты мне четверочку. Шестерку? Четверочку? Да, да, пожалуйста. Ну давай. Дайте жук, мам. Так, мама мне дала рыбу, а я ей дал один грибочек, поскольку у меня их было два. Дай жук. У нас на столе жук. Мама его поймала. Так, мне нужна одна девяточка. 6, 7. Все. Шестерка. 6 вот это. Да. Ты две прихватил. Да я буду приложить иногда. Да, будет падать. Любую. Любая. Я раньше. Нет, ну не да, надо, да. Ну, я раньше положил ее. Ну, а какая разница? У меня две выпало. Ничья. У меня выпало две сосиски, поэтому у меня больше. Я считаю, что ничья. Ну ничья, мы на самом деле одновременно на одном и том же ходе. У нас есть шанс выбрать любую. Я согласен. Да, вот тут две уже. У нас, кстати, получился очень даже вкусный гриб. Друзья, оцените мой гриб. У меня грибочки, лучок, рыбка, хот-дог, сосисочка очень вкусная, итальянская. Вот такая вот. Давай сделаем. Что это? Отбивнушка? Это стейк. Это стейк. Это стейк и гамбургер давай из Макдональдса. Давай пожарим. Давай пожарим. Так, мы все это сейчас понесем на гриль и все это подожгем. Слушайте, ну, игра, ну ладно, я шучу. Игра такая интересная, в принципе, да. Особенно если разобраться, кто быстро соображает цифры. Алиса говорит, неинтересно. Друзья, подписывайтесь на канал Николь и... Скажите пароль! До завтра, Николь! Пока!